Ушел из жизни главный режиссер Чувашского ЦЮЗа, заслуженный деятель искусств республики, актер, этнотеатровед, педагог, драматург и поэт, и переводчик. Иосиф Трер скончался после продолжительной болезни. В этом году ему исполнился 71 год. Иосиф Дмитриев родился 27 июня 1947 года в деревне Юсть-Косы Цивильского района. Получил актерское образование в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Кроме того, закончил Московский государственный институт театрального искусства имени Луначарского. До последних дней своей жизни работал главным режиссером в Чувашском государственном театре юного зрителя. Иосиф Трер – заслуженный деятель искусств Чувашской республики и заслуженный деятель культуры Казахстана. Прощание с режиссером состоится 23 ноября в 12 часов в Чувашском государственном театре юного зрителя.